Кстати, пока не ушла на пляж, хотела высказаться насчет новостных событий, про связанных с моим любимым, одним из любимых русских исполнителей, Басты, который приехал в Киев. И я читаю в новостях, что ему доказывают, рассказывают, что Крым наш, бегают, что за ним не дают человеку отдохнуть, блин, в заведениях каких-то. Какое-то наше быдло украинское, угомонитесь, блин, он артист, то, что он выступал в Крыму, это ничего, блядь, вообще не значит, он уже не наш, смиритесь с этим, блядь, проебали, вот, поэтому бегать, штраска, а потом эти новости, типа, за какие-то вознаграждения денежные, за местонахождение его, вы что, вообще там ебанулись, вообще конченые, фу, позор, украинцы, просто позор. И так уже к нам, Украину, из нормальных исполнителей почти никто не приезжает. Вот, кого нам слушать, скажите? Наше украинское дерьмо слушать? Я не вывожу. У меня уши вянут от этого дерьма. Алену эту конченую? Или кого слушать, скажите? У нас единицы просто, ну, может быть, на пальцах одной руки можно перечислить. И то. Просто дикари. У меня нет слов.